12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики, памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Путешествие, которое длилось всего 108 минут, стало мощным прорывом в освоении космоса, а имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире. К 2017 году на киноэкранах появилось множество фильмов с тематикой космоса. Одним из них стала российская драма «Время первых». Премьера состоялась 6 апреля. Фильм рассказывает о советском космонавте Алексее Леонове, который приветствует землян из открытого космоса и успешно возвращается в корабль. Но эти 5 метров до шлюза становятся самой мучительной прогулкой в его жизни, а посадка в ручном режиме – примером невероятной воли к жизни самого героя и его командира. Ну а после просмотра фильма Казанский федеральный университет предоставляет казанцам возможность посетить планетарий, который носит имя Алексея Леонова. Здесь любой желающий может полюбоваться на карту звездного неба, взглянуть в современный телескоп в специальной башне, а также приобрести памятные сувениры. Анастасия Буряк, Универньюз.